российских вузах стартовал фестиваль научного кино. Любой желающий может посмотреть лучшие документальные фильмы о науке, снятые за последние несколько лет. Чувашский педуниверситет также принимает участие в этом кинопоказе. Жители и гости столицы Чувашии в течение нескольких месяцев смогут увидеть еще 4 фильма. Всего в программе фестиваля более 40 кинолент. Он проходит не только в университетах, но и на других площадках. Всего их более 100. Просмотр фильмов поможет расширить кругозор, узнать науку с другой стороны, создать у зрителей представление об исследовательской деятельности, считают организаторы.